На центральном стадионе команды из разных районов республики и Улан-Удэ. Участники приехали соревноваться на фестиваль традиционных игр народов Бурятии. В программу входит как бурятские игры, это тэбэк, зоска называется народе, да, новая игра Баргай-Надан. Есть наши традиционные игры лапта, городки. Есть также халам капшо надан, эстафета, то есть, ну, вне зачета есть у нас игры, это хэршалган, шатар, шахматы бурятские. Одна из новых игр, которые придумали бурятские авторы, называется «Талан тапшо надан». Нужно попасть в цель, используя кости из своего рода клюшку из дерева. Перемещается именно у мелкого рогатого скота в шаге, у крупного рогатого скота, у коней в барге. Соответственно, наши предки, они не выкидывали эти кости, они хранили, берегли их, складывали в мешочки. Считалось, что души животных, находясь в этих шагешках и барге, они как бы охраняют скот хозяина. Они как бы берегут от хищников, от болезней и как бы притягивают достаток в юрту хозяина. Все дисциплины включены в командный зачет. Участники настроены азартно, не просто отдыхают, но и стремятся обставить соперников. Ну, я думаю, это очень хорошее дело, возрождение традиционных игр народа Бурятии, ну, в общем-то, наших народностей. А? Но мы пока уже поиграли под бой подушками. Кажется, на втором месте, так. Я думаю. Сыграли мы перетягивание палки. Ну, там главное участие. Ну и играем шаги надо. Там шурлыга на первом пока месте. Ну и какие же национальные игры без стрельбы из традиционного бурятского лука и разбивания хребтовой кости? Из-за ковида фестиваль не проводился с 2019 года, поэтому в этот раз народу собралось много. Ведь это не только игры, но и возрождение традиций. Все участники, которые здесь находятся, да, поблагодарить их и сказать спасибо огромное, что вы, именно вы, действительно фанатики, именно преданные своим видам традиционных игр, да, которые вы продвигаете, отцы и деды наши всю жизнь играли, и спасибо, что вы дальше нас учите и дальше будете продвигать. Огромное вам спасибо и, конечно же, пожелать всем вам удачи. Действительно, фестиваль — это не просто возможность продемонстрировать свое умение и мастерство в народных забавах. Основная задача — сохранить и развить традиции предков. Борис Дыпов, Юлия Пермякова. Новости дня.